И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква Э в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Зачастую эти люди более склонны направлять свой дар любви в другие русла – материнской любви, идеалистической привязанности, преданности любимому делу, служение идеи и тому подобное. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную доброжелательную атмосферу. Эти люди всегда имеют собственное мнение, даже при том, что они слишком чувствительны и добры. Навязать им чужие убеждения невозможно. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Любопытство, иногда чрезмерное, пронырливость присущи этому человеку. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.